Ни легковой автомобиль, ни грузовой не смогли затмить в его сердце любовь к трамваю. В депо Денис Косарев бывал совсем малышом. Здесь работала его бабушка и иногда брала внука с собой. Рассказывает, наглядевшись на трамвайную жизнь изнутри, еще тогда определился с будущим. Меня как-то раз бабушка водила в депо, но, правда, это очень давно, в городское. Ну, как-то мельком все. Маленький был, да? Ну, да, любопытный, мелкий. Ну, и сейчас, правда, любопытный. Объявление о наборе студентов в учебный центр ТТУ Денис воспринял как знак. И вот он вместе с другими желающими стать водителями трамвая или троллейбуса за партой слушает лекции об устройстве любимой техники. Ну, как бы раньше там смотришь, ну, трамвай едет, едет, пускай едет. А теперь более узнаешь подробно, что там в этом трамвае это, существует, там двигатель, электродвигатель, там, как водить надо трамвай, как правильно. Это уже второй набор в учебный центр ТТУ. Студентам-отличникам платят стипендию 5000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. В учебном центре учатся даже жители соседних регионов. За 5 месяцев молодые люди должны в совершенстве узнать устройство трамвая, правила дорожного движения, уметь оказывать первую помощь и контролировать собственные эмоции. К поступающим требования нехитрые. Это должны быть люди не младше 21 года, без судимости и иметь на руках паспорт Российской Федерации. Гендерная политика для нас независима. Полное равноправие между мужчинами и женщинами. Однако опыт жизни подсказывает, что женщины больше и лучше себя проявляют водителями трамвая. Потому что все же водитель троллейбуса более тяжелый с моей точки зрения работа, потому что там необходимо находиться в общем транспортном потоке, управлять огромной машиной, следить за всей обстановкой вокруг себя и так далее. Через 5 месяцев студенты сдают выпускные экзамены и в тот же день устраиваются на работу. Предприятие гарантирует сотрудникам полный социальный пакет, своевременную зарплату и дружный коллектив. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».